Всем привет! Когда нет времени, а сладкого к чаю очень хочется, вам наверняка будет полезен этот рецепт кекса с ягодами красной смородины. Также можно использовать любые другие ягоды. В миску наливаю 1 стакан кефира комнатной температуры. Всыпаю соду. Размешиваю. Добавляю 2 куриных яйца. 1 стакан сахара. Соль. Ванильный сахар. Хорошенько все размешиваю. Вливаю 0,5 стакана растительного масла. Всыпаю муку и манную крупу, замешивая тесто. Если хотите, можно дать постоять тесту минут 20, чтобы манка набухла, но я этого делать не буду. Готовое тесто добавляю ягоды и еще раз хорошенько перемешиваю. Форму смазываю растительным маслом и присыпаю манной крупой. Выливаю тесто в форму. Выпекаю в заранее разогретой духовке при 180 градусах 50-60 минут, вверх-вниз без конвекции, до сухой шпажки. Кекс с красной смородиной готов. Даю ему полностью остыть, присыпаю сахарной пудрой и можно пить чай. А на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока!